Ну вот, долгожданная весна, романа растаяла. Воды вообще нет, воды мало. Сейчас будем пробовать рыбачить. Воды нет вообще. Всем привет! Будем сейчас пробовать рыбачить на ельца. Рыбалка на ельца, на поплавок. Ладно, сейчас буду. Теперь попробуем порыбачить. Но воды вообще нету. Вот он, первый елец этого сезона. Хорошенький. У нас рыбак поймал. Ага. Во какой. Ничего себе даешь. Не голем. Я говорю, их целая туча здесь. Я какой. Твердый? Нет, кого-то здесь делает. О, клёво. Что-то параша не так сильно хочет. Вот он. Елец хороший. На червя, на опарыша мелочь берет. Так вот. Как тебе рыбалка? Видишь, далеко. Ну, у меня глубина просто большая. Какая? Надо тебе глубину побольше сделать. Клевало, блин, пока тебе отцеплял. Ветер подул. Ну, я смотрю. Прям чуть-чуть зашевелил. Легко
Вот такие ельцы. А я-то думал, сегодня мы рыбалку не откроем на поплавок. Оказывается, вон как получилось-то. Съелся. Ух ты, Елена Николаевна, как тащит. Глотает. Икру мечет, наверное, весь с чешуя. Рог дует. Мелочечкой укидываю. Отличная рыбалка. За полкана наловили уже ведро на бой. Такая рыбалка. Открыть ей удалось. Вот такая рыбалка. Одна за одной. Ой, не стал, не снимай уже. Уже надоело включать, выключать. Короче, рыба клюет отлично. Уже есть пуги, да, водилыш. Парыш перешел. Ну, а парыш еще лучше клюет. Только мелковатый. Ну, на засолку пойдет. Такой пучок он делает. Елец тоже вкусная рыба. Особенно сейчас осенняя. Весенняя. Вот такая рыба. Таких умудряемся войти. Так, все, надо вам собираться. Погода вообще испортилась. И поклевки что-то перестали. Мелочев какая-то клюет. Все, будем собираться домой. Сейчас покажу вам улов. Нормально половили. Мне понравилась рыбалочка. О, полкана. Короче, кан. Сейчас подвесим что-то. Опа.
16 килограмм, 16,07. Дальше. Все, поехали домой. Здесь крупнее елец, чем в Берете. Может, еще приеду сюда. Он идет, как давило. Все, коробчонка домой приехала, едем домой.